В общем, игра для настоящих мужиков, потому что розовый цвет могущества, а Кирби — бог! Кирби, несмотря на миловидную округлость, нелепый цвет, страшнейшее существо во вселенной. Им движет бесконечный голод. Он играючи расправляется с милейшими зверушками. Без тени сомнения, зияющая пасть засосет в бездонное брюхо любого, кто помешает его веселой разрушительной прогулке. А если захочет, то и предметы захавает, да хоть целый автомобиль. Ему просто нет преград, нет совести, нет сожаления. Дебошир космических масштабов. В новой игре Kirby and the Forgotten Land розовый засранец осваивает трехмерные пространства. И знаете, очень удачно это делает. Внезапно она понравится тем, кто не смог в Elden Ring, но хочет получить те же самые впечатления. Похожие. Немного. Чем-то. Однажды Кирби прогуливался по своим владениям, планете Попстар. Потом, как в небе, бац, пространственный разлом. Как начало туда засасывать его любимые игрушки и рабов. Он люто разозлился и тотчас бросился на своем непрактичном транспорте в виде звезды. Разбираться, кто ж устроил нежеланный прогост. А потом сам сгинул в пучине космической. Пришел в себя он уже на неизвестном пляжу. Пляжу, потому что, а я лежу на пляжу двумя руками, ну, в общем, скажем, меч держу. Потому что в игре есть меч. Или копье. Меч. Так вот, оказалось, пляж иностранный, неизведанный. Скоро стало предельно ясно, что не только пляж, но и весь мир новый, с небоскребами и диковинными аппаратами. Мир незнакомый, а значит, не завоеванный. И пошел грациозный шар с ботинками 47-го размера топтать травинушку заморскую, жрать супостатов кавайных. И было это прекрасно. Технически не впервой розовой жвачке исследовать трехмерный мир, но этот наконец-то полноценно использует третье измерение. И совершенно точно это самая лучшая игра. Темы практически библейские. Джунгли, воды, льды, пустыни, зато все модерновое, хайповое такое. Здесь бетонные джунгли с небоскребами, асфальтом, магазинчиками и прочими урбанистическими пейзажами. Следующий мир курортный, с пальмами, нефтебазами и лодочками. И так далее. Принцип вы поняли. Выделяется разве что лунопарк, который почему-то сам по себе. Пространства, в общем-то, небольшие, зато умопомрачительно круто обыграно буквально все. Застроили плотно, детально, глаза радуются каждую секунду. Все время что-то новое попадается. Что удивительно, еще ведь и в кашу цветастую неразличимую не превращается при этом. Великолепный дизайн и шикарное окружение. Вот просто настоящее волшебство, которое бы хотелось видеть буквально в каждом платформере. Неважно, это от Nintendo или еще какой-то. Да в любой игре даже, я сказал. Потому что, ну, Nintendo на этом заморачивается. Всегда делает окружение, ну, старается таким вот насыщенным. Вытягивает не графика, а дизайн. Конечно. Ну, графика здесь тоже приличная достаточно. Но так или иначе, здесь дизайн вот такенский. Ну, вот у нас ходят слухи, что Donkey Kong новый будет. И он будет трехмерный. Я немного побаиваюсь, потому что не всегда это хорошо и не всегда это к месту. Вот Country Returns уж очень был зычный. Но если разработчики сдюжат вот что-то подобное, как в Kirby, то тысячу раз да. Такой Donkey Kong я хочу. Наш сатанистский колобочек сюда недостопримечательности разглядывать приехал. Кирби был, Кирби есть, Кирби будет есть. Едальник его единственное оружие. Он засасывает буквально все, что попадается на пути. Невкусное можно использовать как снаряды. Он их выплевывает в нужную сторону, а вкусное поглощается самым страшным образом. Вместе с душой. Если она есть у съеденной твари, то розовый бог получает его способность. От мечника он получает шапочку и острый. От волшебника — шапочку и бомбы. От охотника перепадет правильно шапочка и ружье. Шапочки любят.
хороший. Ну что-то такие аналогии с Марио, прям 100%. Да, да, когда он костюмы натягивает. Ну и тоже шапочку свою на всех натягивает. Да, то есть здесь у него разные шапочки. Кстати говоря, да, то есть Одисси примерно так же работала, когда он бросал шапочку и вселялся в данном случае. Этот, видишь, немножко по-другому действует, засранец. Всего 12 обилок, которые можно употребить. Главное найти жертву нужного вида. Все можно улучшить, тем самым немного изменив способность. Ну, например, сначала у вас хлипенькое ружье, потом два пистолета, а после цельный космический бластер. Итак, со всеми обилками. По действию они тоже будут чуть-чуть отличаться после апгрейда. В любом случае, враги убиваются качественно, какую обилку не возьми. То есть пройти уровень зачастую просто вот не составляет труда вообще. Кому угодно. Если даже вы в первый раз включили видеоигру. Гноби аборигенов в свое удовольствие. Другое дело, что бывают преграды, которые требуют определенные силы. То есть, например, срезать лиану можно мечом. Лампу зажечь, очевидно, огневиком. Все, в принципе, очевидно и логично. По традиции игр Nintendo. Основной путь вообще редко требует что-то подобное. А вот дополнительные задания постоянно. В такие игры имха вообще нет смысла чистоганом проходить. Это обязательный туристический маршрут. Линия вот эта. А когда идешь в бок, вот там уже интересно становится. Также в Марио ты как бы пробежать уровень всегда легко, а вот найти все монетки, вот там уже жопа дерет. Здесь, конечно, не жопа дерет, а просто интереснее становится, но весь сок в побочках. Тем более, когда такое красивое окружение, грех его не исследовать, то есть не искать эти секреты. И еще про секреты. Мистер Кругляш подсел на гача-автоматы. Это такие рандомные игрушки в капсулу. Ради вашего же здоровья советую помочь ему их найти. Иначе употребит нашу землю и даже не поперхнется. Ну и рабы в бананах ему тоже нравятся. Спасать тоже надо. Рабы? Ну потом какие-то хмыри левые. Больше похожи на рабов. Главной геймплейной новинкой игры стал Mouthful режим, то есть полный рот. Когда засасываются целые объекты огромные, но не пережевываются, а арендуются. Машину можно хапнуть и управлять ей, жми на педали, прыгай. Торговый автомат засоси, поливай баночным градом всех несчастных на пути. Буквально такой... Очень прикольно. И это все с классными звуками, анимацией и всем вот этими взаимодействиями, да, коллизиями и прочим. Дорожный конус пробивает потрескавшийся бетон и так далее и тому подобное. Обычно нужные объекты буквально стоят в сюжетных местах и мимо пройти невозможно. Тем отличная все равно. Больше всего меня прикалывает, когда он натягивается на такую здоровенную шестеренку, а потом толкает воздух. Так, типа, отдергивает. Вот здесь дырка с одной стороны, типа, отдергиваешь, и такой вот... Очень странно выглядит. Он такой, кто такой дичь выдумал? Прям, я не знаю, молодец. У японцев, как всегда, какой-то у них свой способ мышления и, видимо, специальных людей набирают, которые так могут. Вот такие вот. Сложности в происходящем вообще ноль. Мы играем за бога, поэтому ему прям вообще наплевать на хилые шлепки от врагов и какие-то там ямы, да, платформер, ямы, самое страшное. А он даже если вдруг упал, может, понимаешь, он не тщедушный Марио или какая-нибудь дремучая Самус, пока не прокачается, не сможет там ничего делать. А сам себя может вытаскивать, он летает. Как бы есть такой промежуток, когда он устает немножечко и начинает вниз лететь, у тебя не получается. Но до этого из любой ямы можно выбраться. То есть, насколько может быть сложный платформер вот с таким? Загадки тоже понятны, ну, буквально сходу. Изредка лишь можно не найти первый раз на уровне какой-то секрет, поскольку даже не говорят, что нужно сделать на нем. На том, в общем-то, и все. Только отдельные уровни с челленджами веселые. Каждый сосредоточен на одной способности и требует максимально умело ее использовать. Там становится весело, потому что это все на время еще делается. И если ты еще захочешь попасть в целевое время, вот там прям вот хардкорич практически. Хорошо. Ну и также правильный челлендж включается уже после финала. На секретных уровнях. Жаль только, что локации те же самые, просто врагов больше, они злее. Вот так бы сразу, но, видимо, не та целевая аудитория.
В минусы я бы записал ружье. Это прям лютая имба. Стреляет на любые расстояния, а потом еще и заряженные выстрелы оставляют гигантскую область, которая потихоньку коцает всех, кто туда угодил. Еще многие жалуются, правда, на небольшую продолжительность, но 9 часов на основную часть без задротства — это, по-моему, очень хороший результат для подобной выверенной, можно сказать, игры. А на сбор всего, вот совсем всего, может уйти до 25 часов. И вот дополнительные уровни вот эти. Потом. Необязательные. А там еще есть секретный босс. Контента вам достаточно. Да, как бы все нормально. Бывает, что подобные игры за 4 часа проходятся, а потом еще там десяток. Так что здесь нормально как бы. Лучшая игра про Кирби и отличный платформер в целом, на мой взгляд. Без челленджа, ну прям вот совсем, зато невероятно насыщенный. Не уставал радоваться вот всем маленьким нюансам взаимодействия. Работает все так, как хотелось бы в любом другом платформере или любой другой игре. Когда, если видишь, что что-то летит куда-то, оно отскакивает там от стеночки, от всего. Вот это все есть, и все это задумано. То есть траву косить можно, еще что-то. То есть она горит, в том числе, если огнем. Мир реагирует на действия, разнообразие. Вот тоже тот самый полный рот. Плеваться банками из торгового автомата я бы хотел вообще всю жизнь, потому что настолько весело. Нужна просто отдельная игра про это. Жестянки, говорю, прикольно отлетают от всего. Дизайн у игры умопомрачительный. Боссы большие и страшные. Вот есть дерево, например. Ну такая тупая рожа у него, класс. Хочется вдарить, чем потяжелее, да? Кирпича просит. Именно. По-моему, в каждой игре Кирби я как минимум в парочке встречал, есть это дерево. Каждый раз вдарить хочется. В общем, игра для настоящих мужиков, потому что розовый цвет могущества, а Кирби — бог.